Конечно, сделай. А что, уже есть абрикоса? Да. Сделай. Ну, такая она, буроматенькая уже. Ну, сделай, сделай. Да, выбрала, это ветер был, попадала, так я 4 литровых баночки, а во время кастрюлю в баре, так сахара нету, обошла 4 магазина и нету сахара. А? 4 магазина обошла, сахара нет. Сейчас хочу заявление подать. Да я, что у тебя вообще сахара нет? Что, вообще сахара нет? 4 магазина обошла, нету сахара. У тебя что, дома вообще нет сахара? Да ни грамочки нет. Нету сахара, что? Сейчас еду, соляные возьму. Да я привезу тебе, возьми килограмм, а я тебе остальное привезу. Когда? Ну, когда буду ехать к тебе? Да, сейчас, мне же надо ванильно, ты любишь? Ну да. Абрикос, любишь? Люблю. Ну, ты твоя баночка, Юра, делать? Юра? Да. Твоя литровая делать? Так как получится, делай, что получится. Ну, там останутся такие... А тогда что, и кусочками делать? Да. Отдельно, чтобы не, да? Ну да. На крышами мне надо поехать. На рынок, наверное, я сейчас живу. Крыши еще нет, из сахара нет. Поеду я сюда. Ну хорошо, давай. Юра! А? Это что, ты в командировку? Ну да. Ну, видел. И в глаза видел. Видел. Юрия. Видел, видел. Близко видел. Ну, близко ж видел, ты ж видел. И что? А мне ее жалко, Юра. Чего? Говорят же, что она воровка. Говорят, что воровка. Говорят, курда я. Боже, говорят. Живешь? И все хорошо, мы живем, слава Богу, сынок. И пенсию дают, слава Богу. И слава Богу, ответь. Не знаю, что такое война. Ты не знаешь. Вот, а сука, закрой, пану. Ты закрываешь, ты оттяпу, пану. Я его хочу вернуть. Ма, ну что ты его мучаешь? Сука, закрой, пану. Ма. Да. Ну отправь его в больницу, что ты его мучаешь? А я ж не хожу сюда, я его закрываю, и все, пану. Рота, прошу, сука, закрой, он не хочет закрыть. Что ты хочешь? А, Юра, мы были маленькие, сынок. Дров не было, ничего не было. Мы ходили, бабушка. Ага. Там собирали. А сейчас, слава Богу, пенсионерам нечего обижать. Вот рабочие обижаются, потому что детей нечем кормить. И работы нету. Понял, нет? Ну да. Так что обижаться нечего. Вот, иди, куда хочешь работать, все равно 1000 будешь получать. Кашу. Блинчики, суп, больше можно варить. На широкую новую нет, а на такую. Вот теперь мне надо взять телефон. 3 раза подорожал. Мы платили 8 рублей, когда бабушка жила. А сейчас вот мне надо сотню заплатить. Я же не знала, что там... Я плачу 28 рублей в месяц, сынок. Юра. Ну плати, а что ж делать? Это много, сынок. Ну а что ж ты будешь его выбрасывать? Я не знаю, но это много. Поеду, знаю. Я платила
больным месяцем. И до следующего января. А сейчас сотни мне вот на полгода. Ну давай, Виктор. Ну давай, ма. А я такая рада, если я тебя увидала. И что, долго показывали меня? Жить можно все равно. А? Жить можно все равно. И долго меня показывали? Не несколько. А? Нет. Недолго? Показываю так, показываю. Один раз или несколько раз? Да несколько раз. Несколько раз даже? Всех показывали, всех. А кого всех? Ну этих же, корреспондентов с кого. Да я ж маленький, чтобы видели меня, чтобы я поувидел. Я ж не видел ничего там за головами за ихними. Как ты думаешь, будет ее шутить, нет? А я знаю, завтра покажут. Завтра во сколько будет? Ну, я не знаю, ну тоже ж, наверное, с утра. Во сколько? Ну, с утра, я не знаю, ма. Кого покажете, Юлю? Ну, Юлю, да, меня уже не покажут. Меня уже не покажут, я уже дома. Я уже дома, меня уже не покажут. Я поняла. Ну, Юлечка, не надо ее судить. Слава Богу, жить можно. Жить можно. Все нехорошо живут, мы тоже неплохо живем. Жизнь нехорошо живут, и нам дают славу Богу. Жить можно, сын. Он показывает везде, что делается. Даже в Одессе что там делается. Грязь. Дожди такие большие. По новостям. Ма, дожди, это ж для урожая плохо, да? Кому плохо, кому хорошо. Затопили все позатапливали. Там бури, там пожар, там ливни, сынок. Я такая расстроенная, там ужас один. Я взяла, выключила и все. Там детей побивало. Ну а у тебя ничего не затопило там? Нет. А? Садник показывали. Не свежий, что-то дариков, басурчик надо, чешу. Поздравили все дети. Так что... Бросают, куда хочешь, единство. И чего? Пьяницы, наверное. Ну, давай, сынок. Юра. А? Значит, жить нам можно. Ну, понятно, что можно. Не плачь, сынок, не надо плакать. Да не плачь, что я буду плакать? Тебе плакать нечего. Тяжело, сынок, будет. Тебя наследство есть. Когда, сынок, оформлять? Пока рано. Живите еще. Ах, Юра, Юра, как ты с этой машиной ты мне скажешь? Да заберу ты все, а что мне машина? А почему не забираешь? Ну, я знаю, некогда. У них столько, они же всех забирают. Некуда ставить уже, наверное. А проценты ж идут? Не, проценты ж не идут. Как это не идут? Ну, дело в суде, проценты не идут. Давай, это не мое дело, давай. На кусок хлеба... Не будет, я сюда дам. А то нет, это не туда.